Всем мое почтение, друзья! И сегодня, 22 августа 2022 года, появилась вот такая вот информация. Федеральная служба безопасности Российской Федерации утверждает, что уже раскрыла преступление, совершенное против Дарьи Дугиной. Якобы это преступление готовилось и совершалось украинскими спецслужбами. Исполнительницей названа гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, в день преступления Вовк с дочерью приехала на фестиваль «Традиция», где уже была Дугина, а после управляемого подрыва 21 августа выехала через Псков в Эстонию. И вот у меня закрадываются такие вот сомнения. Вот смотрите. Буквально перед этим событием прошла информация, что Соединенные Штаты Америки планируют признать Российскую Федерацию страной-спонсором терроризма. И тут бац, такое событие, подрыв машины Дугиной. Так вот, возникает у меня вопрос, не сделало ли это ФСБ само? Такое вот мероприятие. И выбрали специально такую вот звонкую фигуру. Вот напишите в комментариях ваше мнение. Что вы думаете по поводу этого? Особенно на фоне того, что Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России, заявила, что если выяснится, что это якобы украинские спецслужбы, Россия будет принимать меры. Вот как вы считаете, не цепочка ли это одних событий, направленных на то, чтобы Украину обвинить в терроризме? Напомню, что украинские спецслужбы и органы государственные отреклись от этих всех событий и сказали, что они к ним не причастны. А вы вот что думаете по поводу этого? Напишите в комментариях ваше мнение.